Всем привет, дорогие друзья, канал Там, где я. Сегодня у нас продолжение прошлого ролика, ссылку оставлю в описании. В прошлом ролике я поставил донки на щуку, насадил живца и закинул на ночь. Вот, они простояли всю ночь, сейчас мы будем их снимать. В основном у нас наживка шла ротан, но на одном из этих у нас стоит карась. Сейчас будем снимать, посмотрим, что мы наловили. Так, это у нас пустая, ребят. Чувствую, даже на округе нет, натяжки нет. Живец у нас умер. Доночка у нас пустая. Пойдемте к следующей. Еще, ребят, еще одно место. Опа. Смотрим. Так, у нас тоже здесь пусто. Смотри, а ротан-то еще живой. Еще одно место, ребят, продолжаем верить и надеяться. Так, а где же мы ее дели? Ну, я точно помню, что мы ее здесь кидали. Леску не видно. Гады, блин, зачем вот воруешь, блин, снасть? Одно дело, ты сетку достал, блин. Тебе не нравятся браконьеры, ты достал сетку, там выкинул ее на берег, сжег. Другое дело, это обычная донка. Собака. Вот так, ребят, минус одна донка. Че, ребят, еще одна надежда. Я ее под кирпич убирал. Вот она здесь. Есть контакт. Опа, а тут что-то есть, ребят. Что-то непонятное. То ли зацеп, то ли чего. Угу, отошла. Тянем. Зацеп был. Братан еще живой. Думаю, одну донку мы перезарядим. Так, ребята, еще одну достаем. Тоже пустая. Ребят, еще одну донку, короче, украли. Мононить у меня прям было видно, тут натянуто. Еще одно место, ребят. Долбаные ветки, блин. Ну что, дорогие друзья, вот мы и сняли наши донки. Две проверил, или сколько там проверил. Короче, мы не ловится ни хрена здесь на живца. Мало того, еще украли у меня две донки. Но одна донка, я на нее прям
поставил, потому что там карась стоял, во-первых, во-вторых, там щука гуляет в том месте. Ее тоже, короче, украли. Я даже когда к берегу подходил, там маленький щуренок такой, оп, отплывал. Вот. Короче, украли сколько-то донок я перезарядил. Две штуки я перезарядил. Посмотрим, может, на них что-нибудь клюнет. Но я думаю, лучше со спиннингом ее гонять. Больше шансов. А насчет того, что украли донки, это, конечно, отвратительные поступки со стороны рыбаков. Сегодня по этому поводу обращением выпущу. Ну что, ребят, мы все равно не печалимся, мы улыбаемся, продолжаем снимать. Все круто, все здорово. Вот. Поэтому, ребята, всем удачи, всех обнял.